Кино, сериалы и национальный контент. С ТВ Плюс от Казахтелеком. Рост цен на бензин в России вызовет его подорожание и у нас, заявил министр энергетики Казахстана. Действующие ценники уже вызывают опасения у автовладельцев. Более 700 уголовных дел по фактам мошенничества с начала года. 90% остаются незавершенными. Только в ноябре аферисты причинили ущерб на 105 миллионов тенге. Суд вынес приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве в ночном клубе «Миллиардер». 25 октября группа лиц жестоко расправилась с двумя посетителями. Казахстанские спасатели проверяют систему оповещения гражданской защиты. Сегодня в течение часа по всей стране были включены звуковые сигналы. Внимание всем! Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт», в студии Сергей Довгалюк. Из России в Казахстан продолжает импортироваться бензин, и если его цена у нашего северного соседа поднимется, то же самое произойдет и в нашей стране. Такое заявление сделал министр энергетики страны Алмасадам Садкалиев, передает Казтаг. По словам министра, ситуация на рынке топлива в Казахстане пока стабильна, но действующие на сегодня ценники на заправках вызывают неоднозначную реакцию у автовладельцев. Средняя цена бензина марки АИ-95 в октябре на сегодня составляла 239 тенге за литр, АИ-92 – 195 тенге, 98-й бензин стоит 280 тенге за литр. Такие цены считают приемлемыми не каждый из запрошенных нами сегодня автовладельцев. В то же время они не ощущают зависимости казахстанских заправок от российского бензина. Заправляюсь 95-м бензином. Подъема цен на данную марку не наблюдаю. Откуда этот бензин из России или из Казахстана, не знаю, но надеюсь, цена расти не будет. 95-й дорогой, а 92-й более-менее. Им и заправляюсь. Удорожание – это плохо. Надеюсь, что цены останутся прежними. А то и так по карману бьют. Заправляюсь казахстанским топливом, атырауским. В Актюбинском областном управлении предпринимательства сегодня сообщили, что российский бензин в регионы начинает поступать ограниченными порциями по поручению Министерства энергетики, но только в моменты острого дефицита. Таковой может сформироваться при ремонте нефтеперерабатывающих заводов. Но сейчас ситуация в регионе и в целом по стране стабильна, сообщил министр энергетики Алмасадам Садкалиев. Тем не менее, он не исключает возможности роста цены, если аналогичное произойдет в России. Влад Рогушев, программа «Факт». Более 700 уголовных дел по фактам мошенничества завели полицейские в нашей области с начала года. 90% из них пока так и остаются незавершенными. Только за этот месяц ущерб потерпевших от деятельности мошенников составил 105 миллионов тенге. При этом отследить и вернуть этот денежный поток весьма сложно, так как он идет через множество счетов за рубеж, рассказали сегодня в областном департаменте полиции. С начала года в регионе было зафиксировано 742 случая мошенничества. Самыми распространенными методами обмана актюбинцев служат липовые объявления в интернете. Не чураются злоумышленники звонить и представляться сотрудниками банков и потерпевшими при авариях. Также для убедительности они могут звонить с подменных номеров банков и других структур, при этом используют специальные программы, находясь за пределами Республики Казахстан. Используют абонентские стационарные номера. Далее схема мошенничества развивается по нескольким сценариям. Мошенники выманивают платежные данные, карты – это шестизначный номер, имя владельца, срок действия, трехзначный код на обратной стороне, а также код из СМС от банка, либо обманом узнают данные для входа в личный кабинет. Иногда мошенники в процессе звонка просят установить на телефон специальное приложение, например, AnyDesk, TeamViewer, HotDesk, RuskDesk, якобы для лучшей защиты. При 700 с лишним фактах мошенничества раскрыть удалось лишь 52, говорят в полиции. Низкой раскрываемости способствует месторасположение преступников. Как правило, мошенник орудует из-за рубежа, а обманом полученные деньги идут к нему в карман не напрямую, а через множество офшорных счетов. С этих счетов денежные средства переходят на вторые, третьи счета. Нередко они уходят и за рубеж. На каждый перевод денег, согласно законодательству уголовно-процессуального закона, мы обязаны получать санкции, направлять запросы. Эти запросы исполняются какое-то время. После запросов и получения ответов проводится анализ. Получают новые сведения о вторых, третьих счетах. Опять по той же процедуре санкционируются запросы и направляются последующие запросы на вторые, третьи счета. Это все занимает время.
Не стоит активницам доверять интернет-ресурсам, где активно расхваливается тот или иной товар или услуга. Положительные комментарии для своих псевдотоваров, как правило, оставляют сами мошенники с подставных аккаунтов. Завышение рейтинга несуществующей машины или квартиры или бытовой техники также идет за счет фейковых клиентов. С начала года полицейские заблокировали суммарно 500 сайтов, через которые предоставлялись мошеннические услуги и товары. Было заблокировано 240 банковских счетов, суммарно на них находилось 9 миллионов тенге. Влад Рогушев, программа «Факт». Суд вынес приговор 16 обвиняемым по делу о двойном убийстве в клубе «Миллиардер». 25 октября прошлого года группа лиц жестоко расправилась с двумя посетителями. Обвиняемые получили разные сроки заключения. Приговор пока не вступил в законную силу. По сведениям суда, 25 октября в прошлого года в ночном клубе «Миллионер» подсудимые избили 4 потерпевших. В ходе избиения Туктыбай и Хасенов нанесли тяжелые травмы с помощью ножа и биты. От полученных ран Кушкинбаев и Тулеев скончались. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области провозглашен приговор в отношении 16 лиц, преданных суду по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, имевших место в ночном клубе «Миллиардер». По результатам рассмотрения судом дана правовая оценка с учетом роли каждого подсудимого в совершении преступления. Несмотря на то, что основные удары наносило 2 человека, остальные участники инцидента также были осуждены за укрывательство тяжкого преступления. А еще один из осужденных помогал вывозить потерпевших в пустырь на своем автомобиле. Приговором суда действия двоих подсудимых квалифицированы как убийство 2 или более лиц, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 и 15 лет. Один подсудимый признан виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением ножа, и осужден 4,5 годам лишения свободы. Действия 7 подсудимых переквалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Другие подсудимые признаны виновными в недонесении о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении, заранее необещанном укрывательстве тяжкого и особо тяжкого преступления и осуждены к 3 и 4 годам лишения свободы. Несовершеннолетний подсудимый признан виновным в хулиганстве и осужден к 2 годам ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу. По решению суда Туктыбай был осужден на 17 лет, а Хасенов на 15 лет. Остальные участники получили от 2,5 до 4,5 лет лишения свободы. Несовершеннолетнего Айбата Мухамеджанова освободили из-под стражи прямо из зала суда. Осужденные, в свою очередь, не согласны с вердиктом. Евгений Борщ, программа «Факт». В рамках республиканских командно-штабных учений «Зима-2023» спасатели проверяют систему оповещения гражданской защиты. Сегодня с 11:55 до 12:55 по всей стране были включены звуковые сигналы «Внимание всем». Это было сделано для проверки работоспособности оборудования. В то же время в рамках двухдневных учений спасатели проведут и ряд других мероприятий. Главной темой проведения учений является подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в условиях зимнего периода. На территории области, города и районов будут проводиться практические мероприятия по ликвидации последствий ЧС именно зимнего периода. Отрабатываемые практические мероприятия будут проводиться по ДТП, а именно столкновение машин в зимний период из-за гололеда на трассе, также поисково-спасательные операции именно по пропаже людей в зимний сезон из-за погодных условий буран или метель, также аварийно-восстановительные работы электростанций, электролиний и теплотрассах. Более 300 килограммов наркотиков изъяли актюбинские полицейские с начала года. Растет уровень циркуляции синтетических наркотиков. Чаще всего закладчиками в поисках легкого заработка становятся молодые актюбинцы. В этой связи полицейские совместно с представителями духовенства провели сегодня профилактическую встречу со студентами регионального университета имени Жубанова. Цель данной акции является донести до студентов, показать видеоролики, социальные ролики, которые мы сами сняли, и даже есть оперативные ролики, оперативные съемки, вреда синтетики и ответственность, и сроки, и что бывает в последующем за употребление, за сбыт, реализацию. За любую форму реализации наркотиков, какая наступает уголовная ответственность. С
начала года полицейские изъяли 8,5 килограммов синтетических наркотиков. Это на 6 килограммов больше, чем за аналогичный период минувшего года. Также в 15 раз увеличился и общий вес изъятого гашиша. В целом в 2023 году уже зафиксировано более 200 наркопреступлений. Это не только производство и распространение, но и контрабанда. При этом наибольшее число задержанных закладчиков наркотиков – молодые люди возрастом от 18 до 27 лет. Список организаций, которые держат онлайн-казино в Казахстане, опубликовало агентство по финансовому мониторингу, пишет «Спутник КИЗ». Список разместили на портале АФМ, чтобы субъекты финмониторинга могли использовать эти данные для противодействия незаконному игорному бизнесу. Документ, считает в ведомстве, нацелен на снижение уровня использования продуктов и услуг финансовых организаций при осуществлении незаконного игорного бизнеса. С начала текущего года сотрудниками агентства выявлено 19 незаконных игорных заведений и 111 игровых терминалов. Благодаря принятым превентивным мерам за последние 5 лет наблюдается снижение в 5,5 раз количество зарегистрированных дел, добавили в АФМ. О других событиях нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Дороги из Астаны по всем направлениям закрыли из-за непогоды, сообщает «КазАвтожол». Дорожные службы работают в усиленном режиме. В Западно-Казахстанской области из-за бурана и тумана введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Чапаева, граница с Российской Федерацией. Также закрыты несколько участков дорог в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Кустанайской областях. На дорогах республиканского значения задействовано 170 единиц техники, 240 человек персонала. Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области из-за непогоды 4 сутки остаются без электричества 55 сел в 7 районах. Причиной столь долгого устранения аварии называли большой объем повреждений на большой территории и ветхость электросетей, износ которых составляет 95%. Женщина погибла под колесами грузовика в Павлодаре, передает Костак. Водитель ФАУ сбил пешехода, переходившую проезжую часть, по нерегулируемому переходу. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. Автомашина водворена на штрафстоянку. Больше 10 дней ищут рыбака в Павлодарской области, передает Костак. Известно, что это мужчина 79-го года рождения. По предварительным данным, с 7 ноября он перевернулся на моторной лодке и утонул в Иртыше. Коечный фонд инфекционных стационаров Алматы по заболеваемости корью занят 90,3%. В случае нехватки мест в детской больнице есть возможность развертывания еще дополнительно 2 отделений на 21 и 84 койки. Вопрос находится на постоянном контроле. Заболеваемость населения регистрируется преимущественно среди непривитых. Антикоррупционная служба подтвердила начало уголовного дела по структурам национальной компании «Казахгаз». На данный момент никто не задерживался, обвинения никому не предъявлены. Ранее было распространено сообщение о том, что в системе «Казахгаза» прошли обыски и задержания топ-менеджеров. Задержан заместитель департамента экологии Восточно-Казахстанской области. Чиновник подозревается в получении взятки за непривлечение к административной ответственности за нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на охрану окружающей среды у одного из предприятий региона. Подозреваемый санкции суда взят под стражу. В Грузии задержан казахстанец, подозреваемый в создании финансовой пирамиды. Ущерб составил более 3 миллиардов 600 миллионов тенге. Гражданин Казахстана находился в розыске с марта 2020 года. По уголовному делу проходят более 600 потерпевших. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого. Трасса Уральск-Саратов станет платной, говорится в приказе министра транспорта. Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении, это 98 километров, в зависимости от вида транспорта составит от 0,15 до 0,7 МРП. Нововведение не коснется владельцев легковых автомобилей. Сейчас на Рика ТВ небольшой блок рекламы, и далее в программе «Факт» вы увидите. В отечественных школах теперь дают не только образование, но и основы воспитания. Новая программа подразумевает усиленную работу педагогов по укреплению отношений в семье. «Мозгобойня» – интеллектуальная игра с таким интригующим названием прошла сегодня в молодежном ресурсном центре. Ее участники состязались в знании литературы и истории города. Вступление в брак в мечетях должно производиться только при узаконенном государственном браке. Специалисты разъясняют, почему важно соблюдать нормы светского государства.
Все, что ты любишь. Кино, сериалы и национальный контент. Смотри везде, где захочется. Сразу, на всех устройствах. Выбирай все с ТВ Плюс от Казахтелеком. Спешите! Выставка-продажа шуб производства «Город Пятигорск». С 21 по 26 ноября скидки до 50%, кредиты и беспроцентная рассрочка. Ждем вас по адресу кинотеатр «Локомотив». Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? Вконец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы «Рика». Освободите голову для бизнеса. Простое предложение, верное решение. Звоните 220-250-222-300. Это не просто QR-код. Это радио нашего города. Сканируй и слушай онлайн на сайте rikatv.kz. Лови волну в один клик. Подключайся прямо сейчас. Вы смотрите программу «Факт» на РИК-ТВ, и мы продолжаем. В отечественных школах теперь дают не только образование, но и основы воспитания. Новая программа подразумевает усиленную работу педагогов в плане укрепления отношений в семье. В нашей области уже идет обучение преподавателей средних школ, которые будут проводить занятия с родителями учеников в специальных центрах. Отношение родителей к ребенку часто сказывается на его успеваемости и тяге к знаниям. Школа – это место, где дети проводят большую часть времени и воспитываются, но уже педагогами. Взаимодействие педагогов с родителями важно, поэтому новая единая образовательная программа содержит в себе ряд вопросов, которые будут разбираться на занятиях. В рамках реализации программы во всех школах региона начали работу центры педагогической поддержки родителей. Они нацелены на взаимодействие семей учеников со школами. Также особое внимание уделяется воспитанию детей. В данных центрах будут идти занятия по расписанию по программе, разработанной специально для родителей. На сегодняшний день по области курса повышения квалификации прошли 665 педагогов. Эта работа ведется поэтапно. Планируется, что до конца года все педагоги пройдут курсы повышения квалификации и уже смогут работать с родителями. Разъяснительная работа по новой программе проводилась в школах уже летом. С тех пор педагоги начали обучение. Семинары проводят тренеры из разных регионов. Сначала были охвачены Алгинский, Мунгалжарский, Темирский, Байганинский, Мартовский и Хромтауский районы. Позже прошли занятия в Ыргызском, Шалкарском, Этикибийском и Каргалинском районах. В семинарах могут участвовать классные руководители, педагоги, методисты, заместители директоров по воспитательной работе и соцпедагоги. В самом Актобе проводится разъяснительная работа с преподавателями колледжей и других организаций образования. Тамирис Шумабаев, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Насколько хорошо актюбинская молодежь знает пословицы и художественные произведения, сегодня выясняли члены жюри интеллектуальной игры «Мозгобойня». Парни и девушки блеснули знаниями, отвечая на тематические вопросы и работая в командах. Помимо интеллектуальной игры «Квиз Плиз», я еще играю в «Мафию», но в данном случае «Квиз Плиз» она более развивает твое мышление, ты пытаешься думать нестандартно, поэтому оно развивает твое латеральное мышление. Рекомендуйте молодежи вообще, можно ли участвовать, нужно ли участвовать? Я думаю, что именно молодежь, она должна развиваться постоянно, поэтому для своего развития, как хобби, можно использовать такие интеллектуальные игры, как «Квиз Плиз», «Мозгобойня» или же «Мафия». Игра состояла из трех этапов. На первом этапе участники вспоминали продолжение пословиц, название книг и фильмов. Далее туры содержали видео и аудио вопросы на разные темы, в том числе и по истории Актобе. Команды победителей получили путевки на следующие интеллектуальные игры, а также кубки и грамоты. Вступление в брак в мечетях должно производиться только при узаконенном государственном браке и при наличии документа, подтверждающего его. Об этом и не только сегодня говорили участники семинара в областной мечети Нургасыр. Спикеры поднимали вопросы семейных ценностей и правил при создании новой ячейки общества.
Создать семью мало, важно ее сохранить. Медиаторы часто встречаются со спорами и конфликтами людей при разладах или во время бракоразводных процессов. На сегодняшнем семинаре медиаторы провели занимательную беседу с местными имамами, которые часто участвуют в обрядах бракосочетания. Сейчас положение. Мечеть их не принимает, если нет свидетельства о браке. Понимаете? Если это раньше было легко, доступно, свободно было, то на сегодня нет. Сейчас уже порядочили и на республиканском уровне, что только на основании свидетельства о браке проводятся Нике. Угу. Поэтому этот порядок есть. Безвыходных ситуаций при семейных конфликтах не бывает, отмечают опытные медиаторы. К любой ситуации нужно найти правильный подход. Люди могут обратиться с проблемой к имамам, которые помогут найти ответы на вопросы или поделиться советом. Сегодня, если наши уважаемые работники религии, имамы будут знать, как снять конфликты, как применять медиацию, я думаю, что мы большого достигнем и больших результатов в нашей области будет. Поэтому в рамках нашего направления, именно по посланию президента, развитие медиации, снятие конфликтности в общей среде – это наша главная задача на сегодня. И поэтому мы сегодня, я думаю, тренинг будет проводиться на высоком уровне. Это впервые в нашей вообще республике семинар-тренинг проводится в мечети. О семейных ценностях и решении конфликтов нужно знать всем, кто вступает в брак. Зачастую грамотный подход помогает сохранить ячейку общества или правильно распределить обязанности между супругами. Однозначно, отношение к официально зарегистрированному браку более ответственное. Даже в случае развода супруги несут законную ответственность друг перед другом. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В этом году исполняется 220 лет казахскому батыру и поэту Махамбету Утемисову. По этому поводу областная научная библиотека имени Баишева провела поэтический вечер, посвященный творчеству классика. Махамбет Утемисов прожил всего 43 года, но успел войти в историю как батыр и поэт. Он родился в 1803 году на территории современной Уральской области. С малых лет он чувствовал острую несправедливость со стороны власти. Уже в 22-летнем возрасте стал выступать против правительства. Параллельно с этим будущий классик писал стихи, посвященные казахской степи, тяжелой доле и любви. В Актюбинской областной научной библиотеке имени Байшева проходит встреча, посвященная юбилею Махамбета Утемисова. Великий классик и политический деятель родился ровно 220 лет назад. На поэтической встрече присутствовали литературоведы, филологи, историки, а также исследователи творчества Махамбета Утемисова. Для любителей поэзии и классика была представлена специальная книжная выставка, где любой мог ознакомиться с первыми изданиями. Сегодня в честь видного деятеля названы улицы, парки, а также учебные заведения. Евгений Борщ, программа «Факт». Выставка продажи «Эталон меха» вновь радует актюбинцев. В преддверии зимы в наш город привезены порядка 700 моделей шуб из натурального меха. Утеплиться на зиму красиво и по доступным ценам можно уже сегодня. Эталон меха – это про стиль, качество, долговечность и правильный выбор. Выставка продажи открыта для всех, кто хочет добавить в свой гардероб изюминку. Шубы здесь можно приобрести от 350 тысяч тенге. Продавцы-консультанты помогут с выбором, а наличие разнообразных моделей шуб придется по вкусу дамам любых возрастов и комплекции. Меня зовут Имаш Сергей, я являюсь администратором выставки шуб «Эталон меха» в городе Актобе. Мы уже более 10 лет работаем в Республике Казахстан и за это время зарекомендовали себя с положительной стороны. В этом году нам снова есть чем порадовать своих покупателей. Мы расширили свой ассортимент пуховиками, дубленками, а также шубами из мягкой норки и мутона. На некоторые шубы действуют скидки до 50%. Также возможна оплата в рассрочку до 2 лет. Также у нас действуют скидки до 50% на ассортимент. Изделия в эталон мех, как всегда, отличаются высоким качеством. Их можно купить в кредит и беспроцентную рассрочку 0024. Ждем вас с 10 утра до 7 вечера в кинотеатре «Локомотив». Выставка продажи «Эталон меха» находится в удобном для посещения месте. Найти ее можно по адресу Алиханова, 35, в правом крыле здания кинотеатра «Локомотив». Вход со стороны ретро-парка. О спорте. Сборная Узбекистана вышла в 1/4 финала юношеского чемпионата мира по футболу, который проходит в Индонезии, сообщает Вести KZ. В 1/8 финала команда Узбекистана встречалась с Англией и одержала победу со счетом 2-1. В 1/4 финала сборная Узбекистана сыграет с победителем пары Франция и Сенегал. В четвертьфинале также встретятся Мали – Марокко, Бразилия – Аргентина и Испания – Германия. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте.
Ключи удачи, ключи успеха, ключи счастья. Национальная лотерея сайт «Тажолдос» объявляет о фантастической охоте за удачей. Теперь каждый месяц у вас есть двойной шанс изменить свою судьбу. Выиграйте квартиру и машину. Билеты можно приобрести в точках продаж, в отделениях почты и на сайте sz.kz. Расширьте возможности вашей рекламы. Новая услуга – реклама с QR-кодом. Это возможность перехода в один клик на ваш сайт или страничку в Instagram при просмотре ролика на Рика ТВ или баннера в газете «Эврика». Все, что нужно – навести смартфон. Смотри, сканируй, заходи. Рекламная служба медиагруппы «Рика». Звоните 220-250-250. 222-300. Вы хотите просто дать рекламу? Без сложных прайсов, лишних цифр и сносок? В конец запутались в вариантах? С нами вы разберетесь в три счета. Всего три пакета размещения. Экономный, оптимальный, премиальный. В рекламной службе медиагруппы «Рика». Освободите голову для бизнеса. Простое предложение, верное решение. Звоните 220-250-222-300. Читай газету в телефоне ежедневно и бесплатно. «Эврика» всегда с тобою. Подпишись в Телеграм и Инстаграм.